Всем доброго. Моя задумка получилась. Заборчик из камушков я доделала. Задумка была отгородить сад от огорода. Грядки. Что я еще сделала? Пойдемте, я вам покажу. Чтобы вообще их не было видно. Солнце будет, естественно. Я вырастила подсолнухи. И вот так вот их часто-часто насажала, навтыкала. Вот. У меня их не будет видно. Газончик красивенький. Там плодовые кустарники. Черная смородина, красный крыжовник, колючий, не колючий, вишня. Шоколадница замечательная вообще. Она как декоративная, очень красивая, мощная она. Так, еще задумка у меня была вот это вот позорище. Все отгородить. Брать не разрешают, нельзя, сказали, нужно. Я что сделала? При входе в сад, сейчас я вам покажу. Вот, это вход в сад. Там, если мы посмотрим, будут здесь вот у меня подсолнухи высокие. Мы не будем наблюдать гряды, да? И вот здесь вот, чтобы вот это вот не было видно, я за забором насеяла кукурузу. Навтыкала кукурузу. И мы загородим вот это. Территорию. Здесь будет задумка беседка. Я здесь все прополола, все сделала. А вот сюда вот сделала кукурузку. Вот так вот я ее обтыкала. И она у меня будет как стена. Пионы набрали бутоны. Там у меня лилии за пионами. Ну, как-то вот так вот. Ладно, всем пока-пока. Будем дальше что-то делать. Будем делать клумбы, естественно. Я вам все покажу. В теплице все замечательно. Помидоры стоят, перец стоит. Все, пока-пока.